Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція» про санкції, які діють проти Росії. Говоримо з Віталієм Шапраном, фінансовим аналітиком. Пане Віталію, я вітаю вас у нашій студії. Нова хвиля санкцій Сполучених Штатів Америки, яка вже почала діяти щодо Росії, чи стане вона, на вашу думку, ефективною? Ну, такого рода санкции, когда запрещается часть проведения части операций, не просто на территории США, но и правительство США обещает применять меры воздействия к тем европейским компаниям, которые работают с государственными образованиями из Российской Федерации и теми, кто попал под санкции. Вот, обычно идут к более жестким сценариям. То есть, если раньше санкции касались только тех, кто имел бизнес-партнеров на территории США, то теперь эти санкции автоматически расширяются на тот круг компаний, которые не работают в США, но имеют там какой-то бизнес-интерес, там филиалы и так далее, там представительства. Вот, поэтому круг санкционный был расширен. Расширена геометрическая прогрессия. Это еще не такие жесткие санкции, как применяли США к иранским банкам и иранским госкомпаниям. Вот. Но мы думаем, что на притоке капитала, на решение инвесторов продлевать фондирование, финансирование проектов Российской Федерации, это окажет кардинальное влияние. То есть эти санкции способны усилить отток капитала из России. Ну, давайте, зокрема, говорити, як вплинуть санкції на банківську російську систему. На банковскую систему, я думаю, что у них упадет горизонт фондирования. То есть если раньше они финансировались, для них там 10-15 лет займы были нормальным явлением, сейчас их сбросили в 90-дневный срок, и многим из них придется искать схемы, по которым получать доступ к долгосрочным ресурсам, то есть искать выходы на азиатские рынки, там, где есть возможность занять длинные деньги под низкий процент, и искать возможность сотрудничества с их прежними партнерами в США, но уже через большое число посредников. То есть напрямую уже с теми партнерами вы не сможете співпрацювати? Да, то есть катастрофы для российских банков не произойдет, это абсолютно точно, но жизнь у них осложнится. Это очевидные вещи, и, скажем так, на кредитных рейтингах внутренних их здесь, в Украине, это вряд ли скажется в ближайшее время, потому что у нас финансовая ситуация не очень хорошая, вот, и внутренние рейтинги не отражают динамику не только состояния банка, но и его положение в отношении всей системы. Если в системе дела хуже, то, соответственно, и кредитные риски банка двигаются пропорционально этой динамике. Поэтому я думаю, что пока ожидать каких-либо ухудшений для дочек российских банков здесь, в Украине, не следует в ближайшее время, но дальнейшее усиление санкций, вот следующий этап, который грядет, то есть еще более жесткие меры, которые могут быть приняты в первом полугодии 2016 года, это будет уже более тревожный сигнал, потому что более жесткие санкции могут привести к полному запрету операций на американских и европейских рынках. Плюс не будем забывать, что торговым партнером, финансовым партнером Российской Федерации номер один все равно остается Европейский Союз. И введение санкций со стороны Евросоюза, их ужесточение, если такое произойдет, то это тоже может быть фактором риска для российских банков и в Украине, и у себя на родине. Про поглиблення і розширення санкцій ви кажете з наступного 2016 року. Маєте на увазі країни Європейського Союзу, Сполучених Штатів? Я маю в виду, що Сполучені Штати можуть усилити санкції, тобто перейти к следующему етапу, а Європейський Союз ввести санкції проти фінансових організацій, які мають государственний капітал. Ті дочірні підприємства, які представлені російськими банками на українській території, не відчують істотно суттєвого впливу цих санкцій? Якщо брати, ізучати їх клієнтську базу детально, то у них практично немає клієнтів, які б напряму працювали в США. Тобто ці санкції проходять мимо них, і в принципі для
Украины это хорошо, потому что они здесь продолжают кредитовать бизнес, часто кредитуют украинский бизнес, то есть настоящий украинский бизнес фондируют. И в условиях, когда у нас там объемы валютных кредитов, действующих в банковской системе, с 1 января 2014 года упали примерно на 46%, то для нас сейчас каждая копейка фондирования – это улучшение, точнее, уменьшение темпов падения ВВП в 2016 году. Тобто, наскільки все зав'язано, дивіться, якщо санкції вводять Сполучені Штати, Європейський Союз, Україна ввела низку своїх санкцій. За таких умов, коли частина дочірніх підприємств, що стосується банківської сфери, які знаходяться на території України, кредитують деякі підприємства українські, в таких умовах Україна повинна вводити також санкції? Я думаю, що повинна річ йти не о санкціях, тому що запрет на экспорт определенной продукции, в том числе военного значения, в Россию. Это правильный, логичный шаг, но нужно думать о том, куда пойдут те работать те люди, которые окажутся за забором после введения этих санкций здесь, в Украине. То есть должна быть разработана долгосрочная программа уменьшения зависимости Украины от экспорта в Российскую Федерацию. То есть по разным оценкам он сейчас составляет от 17 до 25% нашего экспорта. Это существенная часть, и если правительство желает попрощаться с идеей интеграции в таможенный союз и так далее, вот, то логично было бы создать программу, которая бы снижала зависимость от наших партнеров, в частности Российской Федерации. То есть в основном, я так понимаю, что у политиков есть претензии к стране-агрессору, и логично было бы замещать этот экспорт другим. То есть не сиюминутно вводить какие-то ограничения, которые бы привели к закрытию здесь бизнеса в Украине, а делать это постепенно, плавно и целенаправленно. К сожалению, пока таких вот программ долгосрочных нет, и вообще обсуждение санкций украинским Кабмином достаточно закрытый вопрос. То есть вот они передали РНБО, обсуждали ли они их с бизнесом, есть ли там в этих санкциях заложена ли программа компенсации тем предприятиям, которые потеряют выручку от запрета на экспорт определенной продукции. Вот этого ничего, это никакой информации нет. То есть они передали в РНБО, дальше мы увидим, РНБО, если примет эти санкции, мы увидим перечень этих санкций, нас с ними ознакомят. Считаю, что это неправильно, особенно в той ситуации, что у нас, ну, скажем так, процентов 20-30 ВВП зависит от, в той или иной степени зависит от поставок из Российской Федерации и в Российскую Федерацию. На вашу думку, наскільки суттєвими є вплив на російську економіку санкцій, власне, європейські чи українські? Ну, для Російської Федерації санкції, як такові, більшого урона, мені кажется, не наносять. Вот. Они являются, может, скорее всего, потребен час для того, чтобы нет. Они, скорее всего, наносят больше психологический удар. И самая главная проблема – это отток капитала из страны для России. То есть за последние там, ну, скажем, 12 месяцев золотовалютные резервы Российской Федерации уменьшились порядка на 100 миллиардов долларов. То есть это очень, по-моему, 111 миллиардов, если память, не точная цифра. Это очень большой объем, который... Ну, каким чином его можно будет пополнить? Вот мы, например, рассчитываем на финансовую поддержку международного... Никаким образом, потому что при условиях падения цены на нефть у них и дальше будет продолжаться падение валютных резервов. То есть для них это один из факторов катастрофы, и пока действуют санкции, пока низкие цены на нефть, получается, санкции в этой связке выступают катализатором падения их экономики. То есть они приближают это падение, и они не дают возможности за счет роста платежного баланса по финансовому счету, то есть за счет притока иностранных инвестиций, перекрыть ту дыру, которая образуется от низких цен на нефть. То есть они оказались в очень трудной ситуации, я думаю, что даже в более трудной, чем Иран в 70-е годы. А вот выход зараз снятия санкций из Ирана? Еще понизить вартість нафти? Во-первых, это понизит падение стоимость будет нефти. Ще вищим. Во-вторых, Иран является вторым в мире по объемам запаса природного газа. И для Российской Федерации расконсервирование Ирана – это очень серьезный риск потери европейского рынка газа.
То есть это для них практически равносильно утрате трети ВВП страны. Это очень серьезный фактор. А если взять, что сейчас в Китае очень нестабильная ситуация, и китайские власти ищут любые поводы, любые методы используют, чтобы остановить падающие темпы роста ВВП на второе полугодие, то спрос на их энергоресурсы российские со стороны Китая тоже стоит под большим вопросом. И поэтому, если вы, наверное, слышали, то Российская Федерация подала заявку на транзит газа через Украину в гораздо больших объемах, чем это прогнозировалось ранее. То есть они становятся зависимыми от движения цен на мировые ресурсы, а политические власти, к сожалению, пока не подают никакого сигнала с тем, что они осознают, что отстранение, уменьшение санкций для них, оно послужило поводом для удержания экономики на плаву при низких ценах на нефть. То есть пока мы видим желание противодействовать этим санкциям, достаточно глупые, там, то есть от сжигания продуктов до там каких-то действий в отношении наших украинских бізнесменів или європейських бізнесменів. А можна розраховувати власне на те, якщо збільшено об'єми транзиту газу, да, таку заявку вже зробила Росія, як ви щойно зазначили, що все ж таки вдасться на газових переговорах домовитися з Росією стосовно газу, і Росія буде більш такою зговорчивою з України? Ну, опять же, понимаете, економічно вони знаходяться в слабкій ситуації. Преслідування зі сторони Єврокомісії по эпизоду монопольных дел, плюс низкие цены на нефть, они же ведь не только с Украины закладывали в газовый контракт алгоритм расчета стоимости газа через динамику цены на нефть, они же закладывали это и с другими странами Европы. Получается, что у «Газпрома» будет падать выручка из-за снижения цены на нефть, потому что была такая долгосрочная привязка. Вот, мы вышли в ситуацию, когда, можно назвать, уже эпоха целая началась низких цен на нефть. То есть уже это не какие-то там перегибы, связанные с изменениями запасов нефти в США или в Евросоюзе. А это длительный период, когда цена на нефть не будет превышать в среднем $50 за баррель. Это такие прогнозы на какой период? До конца 2016 года. То есть глобальная экономика вошла в стадию цикла низких цен на сырье. До конца 2015 года большинство операторов ожидает даже падения стоимости золота до $800-850 за тройскую унцию. Сейчас где-то в районе 1000-1100. Вот, то есть практически все сырьевые рынки сейчас ощущают снижение и ослабление притока инвестиций со стороны иностранцев, и Россия получается в числе первых негативных реципиентов. Пане Віталію, а оця епоха низьких цін саме пов'язана із санкціями, запровадженими проти Росії? Ні. Це достатньо об'єктивний економічний цикл, який повторюється раз в 20-25 років, іноді реже. Это связано с... Как это можно пояснить? Это связано с тем, что при высоких ценах на сырье бизнес активно вкладывает деньги в объем добычи, переработки, а потом рано или поздно оказывается, что при сокращении экономического роста ключевых игроков, таких как Китай, США, Евросоюз, столько сырья не нужно, и цена на него снижается. Рынок самокорректируется объемы, но в течение 2-3 лет цены на сырье остаются достаточно низкими. То есть по нефти сейчас речь идет о том, что избыток добычи где-то порядка 2-3 миллионов баррелей в неделю, а по золоту, ну, по прошлому году, 2014, избыток составил порядка 170 тонн. То есть добыли больше, чем нужно было произвести. А вот вартість нафти можно повязать с вартістю природного газа? Чи будет такая же цена падать? Ну, это же все технологии «Газпрома». Они же сами бегали, вы помните, как вы подписывались эти газовые контракты, они же сами навязывали эту зависимость для того, чтобы заложить ее в контракт. Там достаточно сложная формула расчета стоимости газа через стоимость мазута, а стоимость мазута зависит от стоимости нефти, ну, цены ее. Вот. Поэтому при $50 там стоимость газа для Украины должна где-то быть в районе $150-200. Единственное, что они там вот с этой скидкой, да, то есть
ее постоянно регулируют политической скидкой, да. Вот. Но практика показывает, что если оператор, который поставляет газ, будет злоупотреблять политическими наценками, надбавками, то в длительном периоде, там, в течение 5, 7, может, 10 лет, потребители будут переходить на уголь, на нефть, то есть на то, что будет дешевле использоваться для отопления. А перейдя, уйдя однажды от потребления природного газа, потребитель назад, как правило, не возвращается. Поэтому вот злоупотребление с ценами для «Газпрома», они являются тоже нежелательными для них, как для бизнеса. Ну і, власне, як може позначитися от санкції США, які вже діють? Експерти говорять, що можуть завадити альянсу Shell з «Газпромом». Це також позначиться на вартості ціни на газ? Ну, я знайомився з останнім релізом Госдепа в відношенні іменно по санкціям. Мені показалось, що в отношении вот технологий, запрет на экспорт технологий в Российскую Федерацию именно в разрезе добывающей промышленности, он был сделан еще более года назад. То есть то, что они сейчас написали, они просто расшифровали, кто именно попадает под эти санкции. То есть указали одно из месторождений. Вот, то есть они уточнили свою позицию, не более того. Ну и, конечно, то есть, будем говорить так, что любая страна, будь то Ближний Восток или Россия, при падении цен на нефть, она будет заинтересована в повышении объемов экспорта с тем, чтобы накормить бюджет своей страны, чтобы увеличить поступление, либо не допустить существенного поступления падения в бюджет. Поэтому в таких условиях ограничивать доступ к технологиям – это дополнительная мера, которая может привести к негативным последствиям для нефтяной промышленности. Что означает для Украины отключение от системы SWIFT? И какие перспективы запровадження такое? Ну, Украина, я думаю, не отключит. Россия, да. То есть это очень жесткая санкция. Это означает остановку платежей. Это означает возможность проведения платежей только через прямые корреспондентские отношения, которые не обслуживаются SWIFT, а таких очень мало в системе. И Российская Федерация, введение такой санкции, по моему мнению, это равносильно объявлению войны. Потому что, представляете, что значит остановка платежей для такой крупной экономики, как Российская Федерация. 2-3 дня простоя по платежам, паника на банковском рынке, банкротство небольших российских банков, которые работают региональных и так далее. То есть практически может быть речь идти об остановке всего межбанковского кредитования в иностранной валюте, которая у них есть и так далее. То есть SWIFT, по сути, экономичный крах для России. Чи постраждають від цього європейські країни? Ну, європейські країни, я думаю, що ні, не сильно пострадають. А от ми, як економіка, яка все-таки залишається сателітом Росії в якійсь степені, к сожалению, ми, звісно, будемо страдати. Тому от ці санкції, глибина цих санкцій, вона повинна як-то нашими западними партнерами регулюватися. Тобто там, де можно вытеснить российских производителей либо российские компании, там, где мы можем без них обойтись, в том числе и нашему Кабмину, нужно идти на такие санкции. Там, где это приведет к большой потере занятости, потере рабочих мест и падению существенного производства там, в регионах или в городах определенных, вот, там нужно думать над тем, прежде чем вводить такого рода санкции. Пока что то, что мы видим, те санкции, которые мы видим, они скорее носят такой превентивный характер. То есть конъюнктура мирового рынка крайне неблагоприятна сейчас для Российской Федерации, и западные партнеры просто прописали пакет санкций таким образом, чтобы санкции выступали катализатором падения экономики России, не более того. Вы говорите про то, что для российских банков эти санкции великой катастрофы не сделают. А, власне, как это позначиться на пересечных гражданах России? Мы не даем, в основном работаем с финансовым сектором, не даем оценки именно по линии потребления гражданами. Я думаю, что им придется потреблять меньше импорта, потому что запрет, ведь Россия же вводит ответные санкции, она пытается выставлять барьеры.
это приведет, скорее всего, ограничение импорта продуктов на российский рынок, оно приведет к удорожанию продуктовой корзины. Вот. И, скорее всего, к инфляции, потребительской инфляции, то есть тот, который, на который ориентируется гражданское население. Вот. Поэтому ну, инфляция, удорожание продуктовой корзины и, наверное, ухудшение качества потребления. Точно, те фактори, які будуть пане Віталію, прокоментуйте, будь ласка, от у серпні ринком прокотилася новина про те, що Російська Федерація створює нове величезне рейтингове агентство. В принципі, це піар-ход, який дозволяє російським властям успокоїти населення, і, ну, не населення, а в основному бізнес. Потому что когда сейчас Фичи оставили рейтинг Российской Федерации на инвестиционном уровне BBB-, вот, и остальные агентства уже перевели в мусорную категорию. Пока рейтинг будет оставаться на уровне инвестиционном хотя бы одного агентства, западные пенсионные фонды, западные банки могут активно держать деньги в российских облигациях, в том числе государственных. Вот, даже минуя санкции, ну, там через цепочку посредников это можно делать. Как только рейтинг снизится ниже инвестуровня, то это приведет к колоссальному оттоку капитала. И, видимо, российские власти готовят к этому событию рынок, потому что как раз в четвертом квартале это может произойти. Там в конце года все агентства должны пересмотреть рейтинги суверенной Российской Федерации, именно, ну, как, рейтинги России как государства. Да? Вот. И есть большой риск того, что Россия окончательно утратит инвестуровень, вот, то есть перейдет в категорию мусорных облигаций, правительственные бонды. Вот. И вот поэтому пытаются создать новое агентство. Но зная законодательство США и Евросоюза, я могу сказать, что это агентство в ближайшие там лет 5-7 вряд ли сможет получить статус на этих территориях. Вот. Тем более, что уже одно такое агентство у них было, это РИА-рейтинг государства с участием государства в капитале. Вот. Собственно говоря, никакого большого прогресса для продвижения западных рынков у него не было и быть не могло. Сейчас там сформирована достаточно сильная команда, но опять же очень было бы странно, если бы США с одной стороны вводили санкции, а с другой стороны давали статус при комиссии по ценным бумагам США такому российскому агентству, которое открыто ходит и рассказывает по российскому рынку, что оно создается для того, чтобы обойти санкции. Вот, то есть это нонсенс, поэтому я думаю, что это скорее всего пиар-ход, который не будет иметь никаких экономических последствий, во всяком случае, до конца этого года абсолютно точно. Дякую за розмову. Віталій Шапран, фінансовий аналітик, був гостем нашої студії. Дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі.